Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вот прошла еще одна неделя, наступил воскресный день. И мы, как всегда, с большой радостью спешим в Святой Храм. И, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Рече Господь своим учеником. Иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред лицем моим, пред отцем моим, иже на небесех. А еже отвержется мене пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех. Аще любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. Иже любит сына или чер паче мене, несть мене достоин. И иже не приимет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин. Тогда отвечал Петр рече ему, «Се мы, оставивхам вся, и вслед себе и дохам. Что оба будет нам?» Иисус же рече им, «Аминь глаголю вам, яковы шедшие по мне в паки бытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своя, сядете и вы на Авваюда на десяти престолу, сидящий оба на десяти коленом Израилевом, и всяк, иже оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имени моего ради, старицею приимет, и живот вечный наследит. Многие же будут первые последними, и последние первые». Я, дорогие, сегодня хотел бы обратить наше внимание на следующие слова. «Иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Отвергнуться Бога. Когда были страшные гонения, когда убивали людей за веру в Бога, мы как-то могли это понимать и думали, вот только тогда люди могут отвергнуться. Вспомним годы революции, страшные годы. Я не говорю про первые века христианства, где убивали только за то, когда человек накладывал на себя крестное знамение. Еще мог не произнести даже слова, как его убивали. И многие, конечно, не выдерживали. И грешили. Ни в коем случае мы не хотим никого осуждать, но мы должны понимать, что этого делать нельзя. Потому что будет ли возможность, время, жизни раскаяться в этих грехах. Но, к несчастью, и в наше время получается так, что мы, сами того не ведая, откликаемся от Христа, от Его учения, от Его благодатных таинств, которые Господь даровал нам. Если мы будем внимательны и посмотрим на себя, мы увидим, что наше самолюбие, корысть, сластолюбие губит нас. Мы служим не Богу, а Ему. Часто мы себя называем христианами, православными, даже пытаемся что-то доказывать, с кем-то спорить. А являемся ли мы ими? Некоторые люди, именующиеся христианами, «Отче наш» не знают. Крестное знамя, наверное, громко загремит, и то не смогут перекреститься. Или уже перекрестятся, слава тебе, Господи. В храм зайти, хотя он и рядом может быть. Им некогда. Заботы, так называемые. Праздник, увеселение. Надо мне отдохнуть, куда мне молиться? И что мы делаем? Мы предаем Бога и себя. Ведь если взять даже нашу житейскую вопросы, машина, элементарная машина, если за ней не следить,
если она не приходит техническое обслуживание, если какие-то там запчасти не менять, она что? Она развалится. И ты можешь погибнуть в ней же. Вот так, когда человек забывает Бога, а только языком что-то говорит, он может погибнуть. И не потом, когда будет после смерти второе пришествие, а уже сейчас, в этой земной жизни. Не переступив храма, порога храма, человек никогда не приблизится к Богу. Никогда не исправится, никогда не сделает что-то доброе, полезное кому-то, а не только себе. Далее. Часто бывает, люди, находящиеся в обществе, считают также себя христианами, даже утренние молитвы прочитают, вечерние. Но, когда они в обществе, кто-то там говорит скверные слова, кто-то осуждает ближнего, кто-то даже говорит плохое на Бога, а человек молчит. Ай, не буду я говорить, а то неприятности будут. Зачем? А, Бог ему судья. Бог-то ему судья. Но ты поощряешь этот грех. Почему ты не можешь сказать, что нельзя это говорить? Нельзя так себя вести? А потому что боишься, он начальник. Благо потерять, место потерять. Далее, часто бывает, человек дома постится, молится. Но, когда приходит куда-то в гости, или какой-то корпоратив там, его пригласили, где начальство, еще иные люди, да вообще чужие. И там пост, а тут разные вкусные блюда стоят. И что он начинает? Он все это употребляет, оправдывая чем угодно, только неправдой. Только неправдой, только не верой в Бога. Он думает, что люди скажут, он думает, как они подумают, он думает, что мне будет потом после этого, но он не думает, что Бог скажет. Как Бог подумает и поведет в отношении, как он будет стоять перед ним. Вот, дорогие, этим мы тоже отвергаем Господа. Мы его как-то как бы отодвигаем от себя. И то, что было раньше хорошее, оно все теряется. И вот оказывается, даже в такие времена, когда никто не убивает, не гонит, а мы сами добровольно отвергаемся Господу. А что говорит по празднике? Воскресные дни. Троица. Вот недавно праздник. Троица. Большой, особо чтимый нашим народом. Но посмотрите, сколько людей в храме и сколько людей вне его. Господь Иисус Христос пришел в мир нас и нашего ради спасения. Он жил среди нас, творил добро, помогал, исцелял, страдал за нас, умер и воскрес, даровав нам жизнь вечную. И когда он вознесся на небо, Господь послал Духа Святаго, который ведет нас по жизни. Это благодать среди таинств, через таинство к нам переходит. И вот на Троицу, после Божественной Литургии, есть особенное богослужение вечернее, на которое читаются три молитвы, коленопреклоненные, очень содержательные. И где мы просим помощи, милости Божий, чтобы Дух Святый сшел на нас и руководил нами, чтобы мы жили достойно и правильно. Тяжело стоять во время этого времени на коленях, кажется. Но когда ты вникаешь в смысл этих молитв, очень продолжительно. Все изменяется. Нет тяжести, есть легкость. Есть радость, что Бог с нами, Бог помогает, Он ведет. Только ты иди к Нему. Ты послушай, что Он тебе говорит через эти молитвы, Господь. Он дает тебе самое дорогое, что есть в мире. Не только на земле, а вообще. Много ли людей, каждый давайте сами на себя посмотрим, в этом году были на этом богослужении,
стояли на на коленях и слышали эти молитвы, где просили Духа Святого помочь нам жить достойно здесь, на земле. Бог не оставляет, Бог помогает нам, но мы сами отвергаем Его. И помним слова, если мы отвергнемся Его, то нам будет очень плохо, и Господь нас не вспомнит. Вот поэтому, дорогие, мы должны это понимать и осознавать, что Бог – это милость, это радость, это любовь. И подумать, что мы творим, почему мы сами, христиане, православные, которые принимали таинство крещения, которых родители воспитывали, старались в вере в Бога, а мы что творим? И вот поэтому, дорогие, мы должны все осознавать и понимать. Вот поэтому мы сегодня слышали и евангельское чтение. Вот поэтому церковь сегодня чтит память всех святых. Каждый из нас носит определенное имя. Имя святого человека, то есть человека такого же, как мы, жившего на земле, как и мы, но исполнившего заповеди Божии, удостоившегося святости. Церковь многих прославила. Не всех. Есть много людей, которые Бог прославит за их житие, за их подвиги. А есть, что много прославило. Для чего? Для нашего назидания. Для того, чтобы мы уподоблялись им. И каждый из нас должен знать обязательно ангела-хранителя своего. Я обязан знать житие князя Вячеслава Чешского. Другой Николай, святителя Николая житие, великого подвижника нашей христианской церкви. И тогда на их опыте, на их примере, и мы будем идти быстрее к Богу. И мы будем это осознавать и понимать и стремиться, и помнить. Не имею права я отвергнуться Господа. Не имею права Его забыть, если хочу я быть с Ним, если я хочу унаследовать Царствие Божие. Если мы это осознаем, если так будем жить, и Бог будет всегда с нами. Аминь. Бог на помощь, ангелы-хранители.